такое состояние на данный момент. Надо пропылесосить, все покрасить. Зачистить, покрасить. Не скажу, что прямо она дырявая, но ржавчинка есть. Вот одно место выгнившее нашел. Я не знаю, какой-то металл тонкий, мне кажется. Хотя, в принципе, Ниссана тоже, у меня Ниссан был такой же металл, в принципе, под днищу. И тут все целое, на удивление. Ни гармошки, ничего нету, как обычно после аварии бывает. Так, ну, в принципе, закончил покраску. Так, освежил, чтобы ржавчины не было. Покрыл, посмотрим через время. Где-то проступит, будем еще раз преобразователем. Сначала дуть, потом грунтом, потом краской. Ну, а так, вроде, еще там вверху стакан один был варен. Как высохнет, доберусь туда. Будем устранять проблемку. С этой стороны стакан целый. Нет смысла там что-то делать. Такие дела в данный момент.